Знаешь, мы ждали тебя на прошлой неделе, но от тебя ни слуху, ни духу, так что... Вы наняли кого-то другого. Пришлось. Но если хочешь, нам нужен официант. Просто предупреди за 2 недели, когда захочешь уйти. Вы уже решили, что я уйду. Мы собираемся выпить. Тебе стоит присоединиться. Ну, я редко бываю на материке. Ты хорошо знаешь Макса. Никто не знает Максвелла. Он просто странный. Что мне сделать, чтобы ты заметил меня? Ты ел? Что? Что это тут? Ты играешь? Я знаю, о чем ты думаешь. Что еще он тебе не рассказал? Надеюсь, я ошибаюсь. История на другой раз. Зачем ты это взял? У нас обоих есть прошлое. Мы оба сбежали сюда от него. Я знаю Макса давно. Не пугайся, ладно? Думаю, всему есть объяснение. Ты должен все рассказать мне сейчас. Я не понимаю. Я расскажу тебе все. А потом, если ты... захочешь уйти, я отпущу тебя.